компуктер, компуктер, компуктер. Часик радости Верслада Секаны. Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, как же все-таки раз и навсегда разделаться с пиндосами. Александр, твои предположения. Давай, начнем сразу с тебя, потом я свою правильную точку зрения выскажу. А как с ними разделаться? Ну как берешь задушить эту дверь? Палец, так. Нажимаешь на кнопочку, туда заряды. Так мы ж, как в моей песне, кроту хотим привязать, и вот они под землей пророют. И все, и пиндосия сравнивается с землей. Все, нет больше пиндоса. На дно. Отлично, отлично, Денчик. Ну, я хочу послушать, что ты скажешь, а потом... Нет, ну что, ты потом примажься просто к моей версии, я хочу услышать это от тебя. Как? Да, или, может быть, ты не хочешь расправляться? Так, еще их можно постоянно только... Еду всю исключить, одними бургерами толкать, и они будут жреть, 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 пока не лопнут. Ну и они не смогут тоже в ответ нажать на кнопку противоракетной обороны. Тяжело и... Ну, потому что они жирные такие будут, да, естественно, Денчик, Денчик. Я не хочу расправляться с америкашкой. Ага, ребята, ребята, среди нас подпиндосник, пятая колонна. И, естественно, после нашей передачи мы позвоним куда надо. Для начала мы шнуром... Да вы сильно утрируете. Я бы сыбался бы в америкашку. Вот, ребята, человек сам признался. Сам признался, сейчас мы вызовем кого надо, его быстренько спеленают. К сожалению, следующий... Далеко ходить не надо, вот тут буквально. Спокойно. Спокойно. Сейчас все будет. В следующих передачах Денчика, к сожалению, уже не будет. Ну и ладно, по делам ему, туда ему и дорога под пиндоснику пятой колонии, например. Вот. Итак, моя версия, господа. Значит, необходимо предпринять следующие шаги, чтобы расправиться с пиндосами. Для этого, ребята, вижу ваши завороженные лица, все в предвкушении. Необходимо мне выдать визу в пиндосию и... в напарнике взять с собой одного певца, которого зовут Стас. Стас, я Бать, думаю... Ты мне украл идею практически. Спокойно, спокойно. Ну не совсем так. Подожди. Обязательно со Стасом мне надо ехать. Сейчас объясню для чего. Все знают, что основная целевая аудитория Станислава это кто? Это разведенки, которые покупают на алименты своих бывших мужей, билеты на концерт, и, значит, может, дети там впроголодь сидят, голодают, может, они там подарков каких-то ждали, или прививок, например, от неизвестно чего, например, сидят, голодают, болеют, а они идут на концерт. Так вот, мы со Стаской летим куда-нибудь, ну, естественно, куда? В Вашингтон. И там даем концерт. Что такое Стас? Ну, все прекрасно понимают, о ком я говорю. Стас – это махровейший психотронный генератор. Он начинает заводить свои телеги. Я координирую. То есть, смотри, спросите вы, сколько необходимо человек? Сколько? Without you! Спокойно. Я буду им текст. Спокойно. Не обязательно, знаешь, собирать стадионы. Ни в коем случае. Можно прям на улице стать перед Белым домом, там, перед Обамкой. Я возьму гитару, там, АМДМ, все, АМДМЕ. И он Without You начинает петь. Люди... потихонечку начинают собираться. Неважно, местный житель, не местный, он же, это психотронный генератор, он работает абсолютно на всех. И вы прекрасно понимаете, чтобы захватить какую-то территорию, не надо много людей, вы же сами все прекрасно это понимаете. Когда слишком много людей образовывается, когда они стоят, все, они уже готовы, они как зомби стоят. Бери их, я их беру пока тепленькие. Я их начинаю координировать. То есть он психотронный генератор, а я координатор. Что? И мы, как завещал наш дедушка Ленин, что мы захватываем телеграф, мы захватываем почту, вокзалы, в общем, все жизненно важные необходимые узлы. Все. Столица пиндосов, она парализована, ребята. И дальше. Дальше эта чума идет по пиндосе, и мы идем, поем Without You. И все, ребята. Вот и копцы Америки. День. Зачем ее уничтожать? Я могу даже первый поехать, и купите мне билет или откройте мне визу. Я первый поеду, начну для вас ее пока разрушать. Деня, ты побежишь стучать Обамке, о моих планах, нашел? Понимаешь? Нет. Нет, Деня. Вот Обамка, даже если их спецслужбы, они, конечно же, мониторят все, что я говорю. Но, понимаешь, я же это назвал как просто Стас.
Ну, все понимают, что за Стас. А америкосы, они, ну, тупые, понимаешь? Они не догадаются, что за Стас. Мало ли Стасов. Они что, каждого Стаса будет трясти к ним агентов своих-то? Да, и каждый Стас поет песни, вы научили. Вот. Нет, что вот-вот? Подожди, они ж тупорылые пиндосы. Они ни хера не понимают. А ты приедешь, сразу к ним стуканешь. Вот, как мы сейчас позвоним куда надо, тебя спеленают. Так вот, ребята, мы быстренько туда всех собираем, всех разведенок. Вы... Знаете, может кто-то сейчас по ту сторону экрана смотрит на меня, как на поехавшего, думает, о чем он говорит. Ребята, особенно те, кто помоложе, вы не знаете этой дьявольской, поистине сатанинской, хтонической силы разведенной бабы. Ну вот, Деня, я не знаю, может да, быть... Да, я же самая разведенная. Ты сталкивался, может быть, Александр сталкивался. Я с ними работал просто, ну это ад. Все эти ядерные ракеты, они вообще не стоят на одной линеечке вместе с разведенной бабой. Нет ничего страшнее, чем разведенная баба. И это сила. Им даже их не надо вооружать, ребята. Им не надо давать ни бамбуковые палочки, ни ножи, ни автоматы. Они разорвут все на своем пути. Так что, ребята, пиндосы, берегитесь. Стас, я обращаюсь к тебе. Давай быстренько метнулся кабанчиком пробивать мне визу. И мы едем к пиндосам срочно их ставить на место. Уже давно их пора в этой жизни определить и поставить на место, как стрелку, например. А ты, Обамка, трепещи, недолго тебе осталось without me, например. For example, как говорят у вас. Ребята, если вам нравятся мои видосы, если вы смотрите меня давно, но не подписываетесь, как подлые... Кто? Подцы, америкосы. Как подлая пятая колонна. Не надо так делать. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте классы. И мы обязательно, конечно же, расправимся со всеми нашими врагами. Ну, понимаешь, Деня, вот ты говоришь, что там у них у пиндосов есть? Ну, вот какие-то айфончики, айпэды, этот, как там, Илон Маск, этот SpaceX. Нахер оно надо? У них нема, главное, не нету, не нет, а нету. Вернее, нема. У них нема духовности. Вот все эти... Эплы, хуеплы, все это надо с землей сравнивать. Вот, отправьте мне, я буду им духовность там проповедовать. Нет, Деня, и на этом месте необходимо построить, вы сами прекрасно знаете что, заведение, в котором будут учить правильным вещам и, главное, духовности, у которых у пиндосов нет. Естественно, пиндосы, они бы сами скоро бы развалились, но мы со Стасом ускорим этот процесс, ребята. Опять же, подписывайтесь на наш канал, ставьте классы, донатьте на бабули на бич-пакеты, заказывайте рекламу и сигны. До новых встреч, хиканы. Слава, канал Бабуль, слава. Пока. Компуктер.